Доброе утро, Night City! Нашла твой заказ на поиски Сведенборга Ривьеры. А, это? Ха, слушай, я уж про это и забыла. Так я не поняла, тебе еще актуально? Вообще-то да, мне эта тема по-прежнему интересна. Найдешь хоть что-нибудь на этого Сведенборга, с меня черная икра и шампанское. Но вряд ли ты что-нибудь накопаешь. А ты сама что-нибудь накопала? Если вкратце, то нихера. А если более развернуто? Ну, Сведенборг Ривьера якобы не только экономист и радикальный философ, но и крутой нетренер. Мастер на все руки. А еще что известно? Слушай, это просто трата времени. Говорю тебе, он настоящий призрак. Не проверишь, не узнаешь. Надо же, сколько энтузиазма. Ну, раз тебя так разбирает, попробуй. Я заинтересовалась этим год назад, когда последователь Сведенберга зашвырнул коктейль Молотова в отделение гильдии. Пыталась хоть что-нибудь на него нарыть, но ничего не нашла. Как в стену долбиться? Наняла частного детектива, и это уже без толку. Пробовала отследить IP-адрес, связанный с аккаунтом? У него явно есть демоны, но все хвосты не подчистишь. Ого, я даже и не думала, что разговариваю с профи. Ну, конечно, я пробовала. Я отследила сигнал до Санто-Доминго. Но вот вычислить адрес не получилось. Там полно глушек. Ты их из меня знаешь. Спрашивала местных, обещала деньги за инфу. Галя, помню. Мне больше нет ответа. Все ясно. Отправь мне координаты последнего терминала, который переслал сигнал. Я посмотрю. В худшем случае потеряю час времени. В лучшем, кто знает. Ну, раз предлагаешь, давай. Ну, лучше ни на что особо не рассчитывай. Хорошая охота. Дался тебе этот Сведенхерберг. Хочешь найти его и расспросить о смысле жизни? Ну так я тебе хоть сейчас скажу. Нет его, смысла этого. Особенно, когда в башке у тебя сидит клоун и все время подпездывает. Дай подумать в тишине. Ой, да ладно. Думать ты еще до меня бросила. Но, конечно, вали все на голоса в голове. Тише, тише, давай потом. Надо осмотреться.
Пиратский роутер. Думаешь, проделки нашего философа? Есть только один способ узнать. Сигнал совпадает с тем, что поймала Нэнси. И он уходит дальше, в пустоши. Похоже, это прокси-сервер. Только не говори, что теперь мы собираемся туда. Нет? Да потому что это все херня. Чувак срет людям в мозг, а они и рады. Его откровение — это уровень трудного подростка-бунтаря. Но все на это ведутся. Разделение власти на три ветви подобно лоботомии для народной автономии. Блять, серьезно? А, ну все ясно. Я поняла. Ты просто ему завидуешь. Я завидую. Этому Сведенхеру ты совсем с башкой не дружишь. Ну его ведь слушают анархисты и бунтари. А твоя группа играла в вонючих засанных клубах для укуренных прыщавых подростков. Закрой рот. Нихуя ты не понимаешь. Докатись скатертью по жопе.
Сигнал ведет сюда и снова обрывается. Где же? Может, там, у грузовика?
Опять роутер. Идет дальше, к другому терминалу. Знаешь, Ви, походу над тобой просто издеваются. Спорим, все эти точки на карте складываются в огромный философический хуй. Это мы еще посмотрим. Thank you.
Наконец-то. Надо же. И Найт-Сити может быть прекрасен. Достаточно отойти подальше. Так, ну и где это все? Блин. Может, там? Дай угадаю. Очередной роутер? Похоже, моя гипотеза про хер не такая. Сигнал ведет в другое место? Да. Слушай, а может, это тоже своего рода послание от Сведенборга? Жизнь — это движение. Нахер цель, главное — путь к ней. По-моему, это полная чушь. Ну, хоть в чем-то мы достигли согласия. И куда ведет очередной след? На курсы йоги или в тибетский монастырь? Нет. В парк аттракционов. Ого, вот это поворот.
След обрывается здесь. То есть он где-то здесь прячется? Может быть. А может, придется идти к другому терминалу. Увидим. Странное местечко. Хотя в образ нашего героя отлично вписывается. В смысле, этот парк аттракционов иллюстрирует ужасы капитализма? В смысле, что тут полно тупых развлечений для дебилов. Это что такое? А это, кажись, и есть наш Сведенборг-Ривьера. Ну да, все на площадь. Великий пророк Найт-Сити говорит. Уржаться можно. Заводной философ. Дай-ка мне пару Эдди, посмотрим, что он еще скажет. Ага, надо заглянуть внутрь. Чутье подсказывает, кто-то там уже рылся. Серьезно? Думаешь, это типа Пиноккио, который хочет стать настоящим мальчиком? Страстная лоббистка нагрянет, когда вы совсем не ждете развязки классовой борьбы. Успех есть расширение. Производства должны принадлежать коллективному бессознательному. Капитал есть кровь системы мирового угнетения. Успех есть расширение. Смотри, кто-то подцепил Сведенборга к сети. Так чего ты ждешь? Давай выясним, какие там секреты спрятаны. Has it been determined the way
Короче, если я правильно во всем разобралась, этот автомат кто-то взломал, изменил программу, и теперь вместо предсказаний Оракул может только изрыгать анархические призывы. А еще его подключили к сети через систему маршрутизаторов, маскирующую источник сообщения. Блять, да это гениально. Интересно, чья работа? Хочу пожать руку этому умнику. Не получится. По двум причинам. Первая, этот человек не оставил следов. Вторая, ты мертв, Джонни. Да ведь и правда. Вечно я увлекусь и забуду. Слушай, Ви, не выключай его. Но я же не сволочь, Джонни. Не оставлю жителей Найт-Сити без философа. Ну что ж, тогда за здоровье Сведенборга Ривьеры. Долгих ему лет средства жизни. Средства производства должны принадлежать коллективному бессознанию. А, Ви, дай-ка угадаю. Звонишь сказать, что надоело биться башкой в закрытую дверь? Ну, не совсем. Кое-что мы все-таки нашли. Вы? А кто тебе помогал? Да нет, это я о себе. Типа как государь-император. Короче, про Сведенборга. Это все розыгрыш. В смысле? Наш философ — это автоматический оракул, который генерирует случайные фразы из-за умных слов. Кто-то подцепил его к сети. Теперь, небось, сидит и угорает. Обалдеть. Это даже круче, чем я думала. Спасибо, Ви. Дальше я сама. Деньги только что тебе отправила. Пока.